Путин назвал главное условие, являющееся гарантией победы. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями оборонных предприятий в Королеве назвал одно из важнейших условий для того, чтобы победа была гарантирована. «Хотел бы подчеркнуть, мы должны быть все время на шаг впереди», — сказал президент России. По словам президента России, если все время опережать противника, тогда победа будет гарантирована. По словам Путина, при опережении хотя бы на полшага, эффективность кратно возрастает. Кроме того, он призвал эффективно выстраивать экономику вооруженных сил.